Итак, сегодня на ремонте у нас такой есть трактор. Трактор называется Мурай. И у него есть проблема. Это газонокосарка. Вот так вот выглядит плита косочная. Один нож. Тут должен быть другой нож. Осу я уже разъебал. Это все дело. И в чем у меня возникла проблема? Тут подшипники стоят 6203RS. Купил я вот такой подшипничок, все как надо. Вставляется он сюда, на этой стороне я его уже поставил, записывал в обойму. Но есть один нюанс. Ось эта втулка. Так, чтобы неудобно, не рукой мне что. Так, положим ее. Ось цей подшипник. Надеваем, а он гуляет. Питание. Чего так? Бо подшипник такий самий був, маркировку я з нього взяв, поїхав, купив. Так само, если сфокусирую. Не знаю, видно, не видно. Ну, нюанс в том, что внутренняя обойма, вона більша, чем на старому. И если приложить. Если положить обойму, то можно заметить, что диаметр обоймы трошки меньше, чем наша втулка. На этом я закончу видео. Як придумаю, что сделать, я вам обов'язково это покажу.